Привет. Это маленький фрагментик. И кто же у нас сегодня в гостях? Дорогая, уважаемая. В нашем храме знаний. И вновь атмосферу украсило дыхание музы живописи и графики. Праздник этот нам, в общем-то, организовал замечательный и очень скромный человек Константин Николаевич Константинов, которого я хочу вам представить. Он член Союза художников, участник многих городских и международных выставок в городе, лауреат конкурса имени Виктора Коровина, также еще и стипендиат Министерства культуры Российской Федерации. И очень замечательный, скромный человек. Я хотела бы представить вам еще. Да, вы написали эти работы. Да, ну, я, в общем, стараюсь очень мало говорить. Лучше пусть картины сами за себя что-то говорят. Вот. Но пару слов, конечно же, скажу. Две серии представлены здесь больших. Одна большая, другая не очень. Большая серия, это вот семейный альбом называется. Это смешанная техника, пастель, смешанная техника. Почему семейный альбом? Ну, в общем, это близкая тема. В свое время мне посчастливилось побывать в замечательной, в общем, глубинке российской. Это деревня Андреевка Тамбовской губернии. Это родина моей жены. Вот я родился в Петербурге, вот, и для меня это было открытие, на самом деле, такой мир замечательный. Вот, прекрасные люди, удивительные. Природа другая совершенно. Ленинградская область отличается. Вот. И самое главное, что можно почувствовать там вот какой-то дух именно России настоящей. То есть действительно совершил открытие. Ну и плюс к тому же, да, то есть вот нарисованы мои родственники, жена, дочка, вы здесь увидите, узнаете. Я думаю, да, дочка здесь присутствует. Вот. Ну и вдохновлен был этой темой и продолжаю. Дипломная работа была связана с этой темой. И так вот продолжаю. Что-то, может быть, уже не портретное сходство, какие-то обобщения, может, на эту тему тоже. Какая-то тема Родины присутствует. И на самом деле есть понятие малой Родины, но вот я считаю, что моя малая Родина, несмотря на то, что я не родился, но это вот Тамбовская губерния. Вот. Ну и, к сожалению, вот эта деревня, которая была и жила, вот она перестала существовать в свое время. Там просто мостик. Вот не починили, и людям было трудно туда добираться. К сожалению, у нас так все. Перебрались в другое место. Ну а вторая серия – это Петербург. Здесь в первом зале, в холле она представлена. Пока там, в общем, немного работ. Мы тоже планируем продолжить ее. Там меня привлекает эта техника, графит. И вот именно живописный рисунок. Знаете, да, что есть графический подход. А я вот, мне интересно вот именно вот этот тональный. Все эти градации, воздух, чтобы присутствовал. Вот. Так что вот, ну, а остальное. Жду ваших впечатлений и не только, так сказать, поздравлений. Очень ценю вашу критику. Если кто-то что-то заметил и хочет сказать какие-то интересные вещи, то, пожалуйста, буду рад. Хорошо. И спасибо, что все пришли. И спасибо библиотеке за гостеприимство. И вам спасибо. Кто-нибудь еще что-нибудь? Сказано, замечательные слова произнесены были вами, но нет самой главной информации, что много-много лет. Сколько уже на сегодняшний день? 19, почти 20 лет. Этот замечательный человек, который перед вами предстал как художник, это прежде всего ведущий специалист по научно-просветительской работе Государственного русского музея. Прежде всего я художник. Так, вот этот вечный спор, который в жизни этого человека, вот этот великий спор между вот обязанностями, творческими обязанностями работы в Русском музее
и постоянного общения с выдающимися памятниками искусства и большой просветительской деятельностью, которой занимается Константин Николаевич много-много лет, работой с людьми, которые требуют большой человеческой отдачи. Это тоже существует как обязательная норма жизни этого человека. И вот это невероятное соединение научно-просветительской работы, творческой работы. И самое главное на этом фоне, друзья мои, это бесценно. Я как сотрудник Русского музея должна прежде всего обратить ваше внимание на это. Художник-график. Художник-график, который нашел свою художественную нишу. Вот сама степень его мастерства, умение в образе в художественном передать свой личный неповторимый стиль, талант. Это, конечно, то, что очень ценится нами, Константин. Мы уверены, что не только графика, но и живопись будут постоянными явлениями вашей жизни. И вот это мучительное на разрыв, действительно жизнь на разрыв, когда ты постоянно, ежедневно живешь двумя жизнями, музейной и внутренней, своей, творческой. Поэтому степень почтительного уважения к вам, ну, она всегда... И вообще мы вдвоем с Розой Александровной как десантники на каждой выставке Константина Николаевича. Не потому что он сотрудник, а потому что человек, на которого и даже в музее мы смотрим широко открытыми глазами. И, конечно, в жизни всякого художника, всякая выставка – это событие. Это и своеобразный творческий отчет, и одновременно с этим это вот большой поиск итога сегодняшнего дня. Самое трудное, наверное, что существует в жизни каждого человека, художника. Вот итог сегодняшнего дня, творческий отчет. Мне кажется, что вот мало, мне вас мало всегда, хочется больше. Мне самому мало, хочется больше. Золотые слова. И, конечно, я искренне восхищаюсь тем, что имею возможность сегодня у вас здесь увидеть вещи, которые их не видела раньше. Несколько новых совершенно произведений здесь. И произведений, созданных ранее, но никогда в силу каких-то причин не выставлявшихся. Вот эта возможность увидеть вот этот пласт, вот этот строгий, наверное, труднее, чем всем остальным, правда? Как музейщику отобрать среди своих вещей то, что войдет в конкретную выставку. Это всегда мучительный процесс. Это всегда мучительный процесс. То, что вы нам представили, цельная художественная композиция выставки, за что тоже хочется вам поклониться и пожелать творческой удачи, успехов, мучений. Без этого нельзя. Без этого никак не получается. Соответственно, с этим, вот, чтобы родились и жили, обязательно жили и вошли в новые выставки, новые работы, новые темы. Но повторяю еще раз, как музейщик, я очень рада, что мы с вами имеем возможность общаться с человеком, который нашел свою, абсолютно свою художественную нишу среди других. Вот это восхищает. Спасибо. Можно мне вопрос? Конечно. Константин Николаевич, вы знаете, я как-то с удивлением очень услышала слова о таком разрыве и, не так знаю, противоречии. Правда. Действительно для вас противоречие работы и творчества? Как-то мне это странно слышать. Вы понимаете, что приходится тратить достаточно большое количество времени на музейную работу. Нет, это не просто времени, помилуйте. Пришел, встал к конвейеру, отстоял. Если бы вы работали на машине, я бы, наверное, это творческая работа. Нет, вы поймите правильно, просто в плане времени. Это просто акцентировано было. Приходится делить как-то сутки. Это так и есть. Времени мало. Поэтому чисто технически.
А так, конечно, в таком замечательном да, музее я работаю. Музей творчества и противоречия между работой и творчеством. Музей – это прекрасное место, и она очень много нам дает. И как меня мама в детстве вот за ручку привела в 5 лет в музей. Спасибо маме, она сегодня не пришла, вот, но мы с ней обязательно придем. Вот так я этот музей люблю, и вот мне посчастливилось попасть, так сказать, на работу, и я уже 19 лет вот работаю. Вот это вот как-то греет слух больше, конечно, чем да. противоречие. Да, ну, да, я еще раз постараюсь объяснить тот совершенно невероятный факт, который называется мною, назван был мною противоречием, и это на самом деле так. Если бы пришел, встал у конвейера, отстоял нужное количество часов, развернулся, ушел и живешь по-прежнему своей творческой жизнью. Жизнь в музее, работать в музее, быть нужным в музее. Это здорово. Это творчество. Да. Это прежде всего творчество. И блистательное творчество, умение работать и с людьми, и организационная деятельность, и рекламная деятельность, которой занимается этот человек. И на фоне этого представляет всегда вот эту муку человека, который бежит бегом всегда везде. Почему? Потому что он работает как художник, как сама вот эта тема, это противоречие. Это на самом деле великое противоречие. И степень этого противоречия чрезвычайно велика. Прояснили ситуацию? Да. Прояснили ситуацию. А у меня вопрос, что заведующей библиотекой хочу представить Ирину Ивановну Герман. А вас поблагодарить за возможность вот такого вот широкого. Все-таки вот музейные выставочные проекты, это всегда очень связано с пространством. А здесь вот есть то самое пространство, в которое чудесным образом вписались эти вещи. Благодарна вам чрезвычайно. Спасибо, конечно, нашим творческим людям за то, что они наш зал выбрали. Для нас это очень важно, потому что, вы знаете, в музей приходят люди разного возраста, а у нас поросль молодая, которую нужно вообще впитывать. И возможность, это зал научный у нас, он не только для архитекторов, он и для строителей, и для машиностроителей, и для сантехников. И поэтому, когда приходит студент и окунается вот в эту атмосферу, невольно, читая книги по сопромату и остальным прочим предметам, мне кажется, это очень важно. Поэтому большое спасибо, что вы согласились, нашли наш зал интересным для вашей выставки. Для нас это действительно праздник, как сказала. Да, вам спасибо большое. И прекрасное у вас, да, конечно, помещение. И хотел бы вот Елену Александровну Черную тоже поблагодарить за то, что она выступила таким куратором, который меня порекомендовал. Во. Нашли друг друга. Да, как нашли друг друга? Да. Я хочу, вот, к сожалению, опоздала, и сказать, что Константин Николаевич, он уникальный человек, потому что как только я в Союз прихожу, я вижу, как он там тоже работает, и еще работает очень активно, да, на протяжении уже, наверное, 5, даже 6 лет, да, вот. Да. То есть вы вступили, но где-то 6 лет вы активно помогаете и секции, и бюро. Секции графики. Секции графики, да. И, понимаете, вот искренность, чувствуешь эту вот правду, да, которая вот, я смотрю на все его работы, и правда связана с тем, что он отражает, преломляет вот эту жизнь, которая существует через себя. И вот это вот преломление, его мир, его глазами мы видим. И вот этот трепет материала, любовь к материалу, уникальное чувство композиции, да, вот вспоминаешь, и когда... Вот увидела именно серии работ, в которых есть начало, середина, конец, развязка, то есть жизнь проживаешь. И я рада, что залы нашего вуза, большие залы, где можно уже увидеть много работ, потому что спасибо большое, приглашали на многие ваши выставки. И это одна из больших, да, вот по количеству работ, именно графики, да, объемы. Вот, так что я рада, что наши студенты будут смотреть на ваши работы и впитывать именно культуру работы с материалом и понимание композиции. Не просто повторить, а композиция как выражение ваших мыслей. Что вам значимо, что нет, да? Вот отбор очень интересный и
Ну, серии, причем вы делаете контрастные. То человек, да, село, город там, то город, крыши, там, да, очень вспоминаешь архитекторов Добужинского, Остроумова, Лебедева. Крыши, конечно, она не рисовала, но все равно вот по уровню погружения в исследуемую проблему, изображаемую, да, вот это поражаюсь. Спасибо. За глубину вот этого творческого и полета, и погружения в материал, который вот вы рисуете. Да, спасибо. Здорово. Очень приятно, что так много отзывов. Я, может, повторюсь тоже. Можно я вас представлю? Чтобы не повториться невозможно. Ирина Львовна Грецкая, заслуженный художник России. Секция графики. Наш человек. Ну, в общем, я что могу сказать, что, может, что-то новое надо сказать, мне кажется, не повториться. Дело в том, что я Костю знаю, можно сказать, с детства, с 10-летнего возраста. Ух ты! Он учился, да, в художественной школе в городской вместе с моим сыном, как бы они друзья были. Вот, потом в институте, в училище Серова, потом в Академии художеств. И постоянно я видела его работы. Но здесь я увидела вдруг сериями, две серии, очень интересно. Вот эта серия семьи, это вообще, как бы сказать, уникальная серия. Никогда ни у какого художника, вот так, что все вместе, не видели. Как, вот я лично не видела. Это здорово. И то, что он стал работать вот карандашом, это тоже очень здорово. Вот это черно-белые рисунки. И так чувствует он фактуру, да, обалдеть. Очень красиво. Мне очень понравилось, я просто была в шоке. Спасибо тебе большое. Продолжай в том же духе. Очень хорошо. Все совсем. Ну, о том, что какие здесь преимущества, которые все видят, это очень хорошо. Вот. И материал чувствует, и композицию. Конечно, он художник. И художник давно, над природой. Вот такой уникальный художник, именно лирический. Лирический, вот, который чувствует очень природу, и чувствует все окружение. Вот. И именно камерные такие работы, которые можно смотреть, никогда не насмотришься. Можно раздумывать. То есть они больше дают тебе, чем большие картины. Вот эта маленькая работа уникальная. Так что спасибо тебе большое за выставку. И действительно, вот это то, что художник в этом институте сделал такую выставку, это большой плюс. Большой плюс. И надо обязательно студентов приглашать на эту выставку, чтобы они все посмотрели. Спасибо большое. И вам спасибо, что вы все это... Здорово узнаешь. Среди других узнаешь. Узнаваемый художник. Спасибо вам за это огромное. Если у кого-то есть вопросы, все расскажу, покажу. Какие-то конкретные вопросы. Да, да. Может, даже экскурсии не скажут? Ну, я не могу, я не вторгнуться. Не вторгнуться не могу, да, друзья мои. Да, Константиновна, вот в каждом рисунке практически. В разном возрасте. Талантливая девочка. Перебивая отца, хочу сказать со стороны Линей. Он папа, поэтому очень любит свою чадо, это понятное дело. Чрезвычайно тонкий, глубокий, удивительный человечек. Вот такое ваше изящество, как я всегда зову эту чудную девочку. Это ж надо было блистательно учиться рисованию отца. Соответственно, с этим потом, по окончании школы, это юное создание поступает в Императорскую академию художеств, в Российскую академию художеств, учится там. На каком факультете? На искусствоведении. Соответственно, с этим потом все это завершается. Она бросает академию художеств. И это все на глазах Русского музея. Это хорошо. Что дальше происходит невероятное, это чудное создание выбирает себе академию прикладную, совершенно иную, как она правильно точно звучит. Нет. Скажи правильное название. Правильное. Еще раз. Это университет промышленных технологий и дизайна. И дизайна. Вот так вот, друзья мои. Университет промышленных технологий и дизайна. Тряпочка бывшая. Рода. Молодец, правильно поступаешь. Дизайн костюма. Вот такое чудное. Дизайн костюма. Константин Николаевич, художник. Я точно констатирую, как музейщик с большим, огромным стажем. Правильно, художников полно, а талант это зараза. Мало. Да, точно. Так что поздравляем вас. Безусловный шедевр ваша дочка.
Вот тебе первое задание. Я недавно только беседовала с Павлом Астранжевым, и мы с ним говорили, что вот когда летом он дирижирует, и вот во фраке, да еще в жилете, я говорю, ну куда смотрят эти несчастные дизайнеры костюмов? Вот пусть они придумают, что его для дирижера. Тем более, что дирижер торчит все время перед глазами, это хорошая реклама любому дизайнеру. Вот тебе подумай, представь себе, ты первая будешь, кто придумает что-то. И я думаю, он хорошая модель, тебе повезет с фигурой. И тем более, а потом мы говорили о том, что есть же какие-то материалы особенные, которые спортсменам помогают достигать высот. Они очень помогли бы дирижерам, которые... потеют, машут, и вот это тоже надо использовать. Вот я думаю, как бы это было здорово, если бы вот этим занимать. Прекрасная идея на диплом. Да, это прекрасная идея на диплом. Елена Тарасенко будет продвижением твоим. Или как он называется? Ну? Начнем экскурсию. Так что, вот. Ну, Константин Николаевич, то, что он, ну, я посмотрел вещи очень трепетные, нежные, тонкие. Сейчас же, знаете, что есть тенденция из искусства вытеснить человека, да, а у него наоборот, он старается постичь мир человеческий, его окружение, его среду. Вот, как он трепетно деревеньки изображает, эти домики просто вот. У художника есть сердце, есть душа. Вот. К сожалению, не все деятели культуры обладают этими качествами. Вот. Как-то, ну, а вообще искусство – это работа души. Вот. И импонирует то, что он продолжает традиции русского искусства, профессионального искусства. Вот. Трепетно к материалу относится, к человеку. Детей изображает, любит детей. Это такие достоинства очень. Ну, не каждый художник может ребенка изобразить. Это правда. Да? Так же, как и животных, очень редко да. кто да. имеет. Это надо обладать определенными качествами. Вот. Поэтому я, да, и то, что я думаю, что русский музей, он не просто отвлекает от творчества, отнимает много сил, а наоборот, это обогащает. Обогащает. Это две жизни. Да. Потому две что вот, когда я преподавал, то, вы знаете, я видел, как работали студенты, да, потом я возвращаюсь в мастерскую, я другими глазами смотрел на свои работы. Поэтому потому что молодость. Можно, знаете, что можно, можно это обратить в минус, а можно наоборот что это не пустая, ну как бы не отвлечение от творчества, а наоборот, это как бы тот же самый процесс творческий, который потом он переходит уже вот в эти произведения. Ну и Константин Николаевич подготовил вот, Светланы Константиновны, значит, вот была в ноябре в лектории, значит, там по теме «Отец и сын художники», вот, и он подготовил встреча, материал. Встреча, творческая была, встреча. Да. Мои картины это человек, который сына. Творческие встречи. Да, он организует это все, это блистательно делает, с чувством, и не просто как бы так формально, а он за все это переживает. Вот, я еще... мои комплименты по поводу выставки, к ним присоединяется еще вот моя благодарность вот за то, что вы сделали тогда. Вот, ну, пожелаю новых творческих достижений и доброго пути этой прекрасной выставки. Спасибо большое. Спасибо. Александр Федорович Полозов, заслуженный художник России. Живописец. Замечательный живописец. Замечательный. Так что здесь и свои поклонники среди старейшин. Извольте принять. Спасибо, друзья. Ребенок. Да. Как тебя зовут, ребенок? Дарья. Ну скажи, Дарья. Константинов. Все, конечно. Оп, сейчас я быстро. Там уже Антонов, да, будет директор? Я при Антонов. Да. Ну, именно Георгий Николаевич названа школа. Да, да. Год прекрасно. Назад Беглов вручил диплом. Я прискую. Да, а это вот немножко другая ситуация. Здесь и стёбрик, да, все. Вот, а там вот, вот это тоже там прозрачный, оружие, более карандашный, ребенок, там цветной карандаш, да, минимум поставили, больше карандашек цветные.
Вот, ну, достаточно реалистическое mm-hmm. произведение. Mm-hmm. Вот, вот знаете, что у деревенского дома всегда есть крыльцо, где играют. Много себя. Проходит времени, значит, семья там собирается. Тем более, видите, как хорошо здесь тень. Очень приятно в солнечный летний день присесть, отдохнуть себе. Вот, вот эти вот бабушка Саня, старейшина. С внучками Даша и Люба. Леночка, я иду к тебе. Он, конечно, лекции не читает, занимается другой работой. И так далее, и так далее. Так что мы будем счастливы вас видеть. А вы придете гордо, скажете, нас Константин Николаевич пригласил. Это идет обработка студентов. И без всяких билетов, и так далее, и так далее. Смотрите, какой вам индульгенция дается. Культурная обработка. Так что ж, кто это такое вам сказал? Это только для вас. Светлана Константиновна, а можно вас развернуть? Разверни ее вот, вот так, разверни ее, пожалуйста. А вот, вот между девочками встаньте. Да как я могу? Ну, пожалуйста, ну что же это вот? Вы же их пригласили. Девчонки, только тогда вы меня, ну, частично хотя бы загораживаете, потому что я сильно много места занимаю. Ну уж очень много. А вы, девочки, на каком факультете? На каком? Да, архитекторы. Архитекторы. А какой курс? И они не за... Второй уже? Ни за что не поверят, что 50 лет тому назад я была почти такая же. Ну, дорогая моя, работник заслуженный Русского да, музея. Остановились, щелкнем. Светлана Константиновна. Погадаю. Очень приятно. Питерская, Питер у него особенный. Но мы сейчас подойдем к Питеру хотела, отдельно. Вот об этом особенном Питере он вам рассказал. Потому что на самом деле очень многие художники работают над темой Питер, Питер. Вот для каждого Питер свой, а он коренной питерец и так далее, и так далее. И то, что произвело на него впечатление, такое невероятное, глубинка России, это слава Богу. Но Питер, он существует и существует как особое, личное, ни с кем не сравнишь тем. Вот это цель. Повтори, пожалуйста, Костя, я прослушала. Мы приезжаем Мичуринск. В город Мичуринск. Угу. Вот, значит, замечательный деятель Мичурин там жил, существовал, есть институт, все там есть прекрасно. Вот, фактически Наукоград, там много чего интересного. И бывший город Козлов. Старое название – город Козлов. А, город Козлов. Чем замечательно еще, и вот посетили мы этот музей, Александр Герасимов, вы знаете, такого замечательного художника, который был ректор да, академии долгие годы, был другом Иосифа Виссарионовича, и поэтому ездил на этюды исключительно на поезде. То есть у него был, прицепляли вагон к любому поезду, он ехал на этюды, пользовался своим положением. Ну вот замечательный город, провинциальный, маленькие домики, улочки с маленькими домами, и вот здесь только три таких дома. На самом деле портрет дома, да, то есть вот как. Ну конечно, Константин Николаевич опоэтизировал, в общем, домик весьма такой, переживший, видно, немало на своем веку. Ну, какие впечатления? Ну, вы знаете, вот в Петербурге все ровно, окна ровно, да, все перспективы. Вот, а там строят вот так, видите, окна на разном уровне. Окна как там, будто случайные. Как внутри да. это все сочетается, одного Богу известно. Вот, строят очень так.
Я говорю, более по-русски, такая жизнь более русская, вот такая архитектура интересная, неожиданная, да? Вот, ну а этот лист называется «Тихий час, не случайно». Видите, там вот мячик какая-то покатился. Вот, а дети пошли отдыхать. А это вот два тоже портрета дома. Вот студент, который вот работает, работает. Это супер. И вот в такой обстановке выставка. Вот сейчас вы тут. Такое впечатление, что этот город не коснулось, ну, кроме труб, телевизионных антенн, все осталось абсолютно. Ну, сейчас уже 2020 год, а он 2000-й, сейчас уже стеклопакетов там понаставили, к сожалению. Но все равно много сохраняется. Город замечательный, симпатичный, такой провинциальный городок, уютный. Вот все, что деревенский двор, да, да, настоящий, да, деревенский двор. Здесь вот своя калитка, значит, двор, где значит, все происходит, вся жизнь. А дальше нам вход построить. А вот это то, что сени называется, сени, да? Это крылечко, нет, сени, они там дальше, это крылечко. Так, так что классические дома такие, да, вот, здесь входишь и пошел дальше туда. Невозможно снимать. Вообще, то есть штрих на поверхности располагается, дает такую вот. На самом деле можно было бы сделать серию печатной техники, литографии, например. И как раз ход такой литографский буквально. Вот ровесники рисунки. Очень старые рисунки. Вот такая дверь, замечательная деревянная часовня, она находится в старой ларе. Правый залог мы сняли с двери, положили ее в витринку. А в свое время он прям на сразу приходит. Ну что интересует? Конечно, солнечное освещение и фактура прежде всего. А это дерево, которое было разбито грозой. Очень красивая фактура здесь такая получается. Обожженное дерево. Вот. Ну, в общем, да, из этой серии тут еще рисунка. Ну, давайте от Петербурга. Вот они отличаются. Вот. На самом деле хотелось порисовать воздух, да, тональный рисунок, видите, да, не линейный, а именно тональный. Именно тональный рисунок. Ну, это не карандаш, графит, да, а прямо вот кусочек графита рисуешь. Да. Ну, бумага, соответственно, помогает, потому что имеет фактуру. Вот. Ну и вот как фотография проявляется, это не сразу, да? Тихонько набираешь, не смотришь, где добавить, где убавить. И резинка тоже, знаете, такая прячет. То есть, и добавляешь, и убавляешь. И вот проявляешь, пока все не сойдется на своем месте. Ну и, конечно, геометрия присутствует, геометрия города, что тоже очень привлекает. Пространство выстроить, форму очень интересную. Ну, здесь плоское решение такое тоже. Что, в общем, для графики всегда является большим плюсом, когда как-то очень плоскость организована. Что здесь у нас? Да, ну и вот здесь вот видите, вот как раз тень. Хотелось все-таки этот воздух передать. Здесь интересное очень состояние, знаете, когда тень. Как бы чуть-чуть, вот, еще чуть-чуть, да, здесь появится уже свет, да, в этом месте, здесь она там погружена, а вот здесь вот она уже практически сейчас солнышко сюда попадет, так скользящее такое состояние. Вот, ну, вот это вот интересует, прежде всего, интересно это рисовать, передавать. Ну, образ нашего города. Ты так там мастерской? Или... Нет, это, ну, на самом деле, прогулки по крышам не прекращаются по сей день, поэтому... Очень интересно. А ты так любишь, да, любитель? Ну, это же я не знаю, что там понятно, у меня есть фотографии, конечно, современным способом. Но тем не менее, впечатление ты получаешь первое. И потом фотография же своя, значит, своя фотография, она уже авторский материал. Так что... Ну, буду рад, если вы книжечку потом что-нибудь напишите. Если Питер заскрыл. А ведь летит эта самая Это эти сидят в Гугле. Гугле сидят в Гугле, да. Сидят в Гугле. Ну, то есть вот такое... Здесь не явно, но это и хорошо, что
Сейчас я рассмотрю. Где кошка? Вот кошка. А здесь голуби. На крыше. Вот это? Это бумага, я не помню, как она называется. Ну, какого она есть, какой-то торфончик. Необычно. А вот графит. Графит. Ну, графит это квадратные такие, как она называется. И могу поделиться, так сказать, секретом. Можно рисовать плоскость, понятно, грань, да. Если взять вертикальную грань, да, и так вертикально рисовать, получается. Очень тихо. И вот эти линии тоже, да, то есть вертикально берем, да, и так вот проводим. Совершенно другие получаются возможности. Костя, а вот это просто больше нажим, вот чтобы более темный цвет. Да, нажим, да, естественно. Ну, мне понравилось, что вот это открытая дверь. То есть вот не случайно в начало выставки вот открытая дверь. Да. Так заходите, да? Так что здесь надо все заметить, когда смотришь. Если уж есть эти клетки, у меня были выставки. Да, то они должны выйти. Там другая, а когда мы тем более в библиотеке, конечно, клетки белопичные. Тогда надо назвать красивым. А вот это как раз музейная работа, сказывает, это уже опыт. Потому что это привычка к тому, что ничего случайного. Если вы это делаете, то вы делаете это осмысленно. Вот это человек, который ничего такого случайного не допускает. Ну, экспозиция это отдельная. Экспозиция на настоящий момент. Тебя представить. Ну, конечно. Тем более, это прощающий. Да. Костя, да кроме экскурсии надо устроить мастер-класс. Мастер-класс? Когда? А когда я буду рисовать? Стоя рядышком. Вот смотри, тебе уже задали вопрос, да? Какой? Какая бумага? И материалы графит. Как правильно называется? Да, да. Все, вот даже вот это интересно. Я, кстати, еще хотела спросить, по-моему, пойдемте. Буквально вот каждый кусочек, где добавить, там, достаточно живо это делаешь, не механически, но тем не менее смотришь на красоту кусочка. А то, что вот он умеет рисовать детей, передает на самом деле все равно ты кусочек там смотришь и смотришь. Это очень ценно, потому что я очень мало встречаю таких. Не было нигде никаких для глаз приятных моментов. Ну и отбор цвета тоже такой, как в музыке. Окончательно одобрит, то тогда будет финансирование. Вот, когда, значит, выставка в Москве будет, он говорит, тогда можно потом замахнуться и на московский манеж. Вот, и наверное, когда и у нас манеж тоже. Это будет выстраиваться вот идеология уже такого нормального, мощного. Ну, там будет, он хочет и раздел сделать классиков, там, Мыльников, Моисеенко, там, ну, из частных коллекций, из у родственников, вот. И вот сейчас я с ним по телефону говорил, ну, а отбирает творческий сектор. Я так как бы подвинулся, но я от художников, я приглашаю там. Уже часть вещей очень хороших собранных, и нужно тематические картины. Какой умный разговор, нужный такой. Вот, да, так что вот такая... Я же готовлю к Савкоевым встречу. Вот, правда, Зурабта задел... Вот ты не пришла, вот ты не пришла с Александром Федоровичем на встречу. Из Франции, видимо, там его, принимали его, и он приболел. Будет он сегодня президиум большинства академии. Вот окончательно должны решить вопрос вот с этой выставкой. А это мощный проект. Потому что отбирать будет, мы готовим.
отправляем, отбирать будет лично один человек с ИСОЭ будет отбирать. Это надо. Это идеальный вариант. Что он был членом молодежной комиссии Академии художеств в свое время, там, когда был Кибрик, а потом был Грицаев. Кибрик умер в июле 1978 года и стал Алексей Михайлович Грицаев. И тогда было много выставок, там несколько десятков тысяч произведений было показано молодых художников, а 2500 было приобретено тогда произведений. Но это было время, когда покупали. Да, когда покупали. Вот он сейчас хочет денег под нет. эту выставку потом пригласить нового министра сейчас культуры. Сейчас на то, чтобы дети рождались, деньги есть только. Там музей сейчас будет, большой музей в Севастополе. Вот там вот значит, вот этой выставкой они хотят, а Зураба Константиновичу нужна победа. Вот, поэтому вот сейчас... А вы-то, вот я... Он сказал раньше. Две мои картины отобрал. Вы мне скажите, что вы готовите к 75-летию? Была большая выставка в Союзе. Что вы готовите? Ну, что пока, вы готовите? Пока рано говорить. Вот. Вы пишете портрет. Пока мой наставник Тулин Юрий Нижевич говорил, не... Пока замыслы свои не выговаривай, иначе... Вот правильно, это, вперед, да. Но я жду, потому что эта выставка должна быть. У меня есть варианты, да, конечно, да. А где будет выставка? В Союзе. В Союзе художников дома. А может быть, даже и в Манеже будет, там потому что к 75-летию, 75 лет Новоселов такой даты не будет. Написал, у него долго. Была год назад картина Новоселов, Саша, у Савкуева работает Савкуев, ассистент. Четырехметровая картина, адмирал Нахимов, потрясающая картина. А 5 лет назад у него была картина «Победа» 4x4. Вот она потом поехала в Китай, у нее китайцы прям великолепные, Новоселов. Ну извините, вот это... ну извините, китайцы приобрели. Вот это звучит, да. Да, китайцы, да, приобрели. А китайцы, Роза, они... ты хочешь, чтобы я пошла? А нет, нет, это при мне было. Приезжал, вот была выставка в этом в Румянском особняке, я тоже там участвовал. Там китайская выставка была, и нас пригласили там 10 художников. И они, представляете, там на стенах висела китайская гохуа во всех залах. А наши работы стояли на мольбертах на фоне, это очень уважительно. А потом в европейской гостинице там был банкет, и, значит, была выставка, открывала вице-премьер китайского правительства, женщина. Представляете? Во-первых, вы посол, это нам уже рассказывали, я, это да, мой дорогой, да, я знаю. И посол Китайской Народной Республики сказал, значит, мы хотим, чтобы, значит, петербургские художники создали произведение к 70-летию Победы и показать, мы готовы показать в Пекине. Это было в 2014 году. В этом был году год за ни год. Одна из запланированных в Китае выставок и поездок не состоится из-за вот этого коронавируса. Все рухнуло, все планы рухнули. И все. Представляете, за и год, этот год молодежь написали массу картин, и картины великолепные были. Весь зал большой был заполнен в Союзе. Там были очень хорошие вещи, там мощные такие, знаете. И эта выставка потом была в Академии в Москве, в Академии художеств. Затем она у нас была в Союзе, она трижды ее демонтировали, потому что другая выставка, потом снова возобновляли. Я когда увидел, я Изотову сказал, надо провести конференцию. И мы с ней провели конференцию там на этой выставке. Потом это все поехало в... И там Фрол Иванов, кстати, был. Но Фрол Иванов, он организовал это все, но ему одному не повезло. Все произведения купили, кроме его. Вот, да, и, значит, все было приобретено. И цены были очень хорошие. Да, поэтому не почтительные. А, вот эти, Константин, эти дворы, да, вот эти вот. Да, это да, здесь, да, конечно? Да, это. Добужинский, да? Кстати, да. Он похож, да. У него целая серия таких. Мне непонятно. Почему не подумается на Петербурга? А дело в том, что это мне обещал же сделать несколько штук, тех, которые я одновременно. И это тоже. И технику, и пленэр в одном произведении. У меня есть мои друзья, московские художники. Наверное, знаете, да?
Теслик Саша, который он заведует кафедрой в Суриковском рисунке. Вот. Рисовальщик, карандашом рисует по твердым торшонам, твердым карандашом. И портрет у него, мы на фестивальной студии вместе работали. Потом такой Коля Коротков. Ну, это троица. И Любавин, это ректор сейчас, Толя, значит, ректор Суриковского. Вот мы... Я с этой троицей на фестивале работал, и в студии Салахова на 27-м съезде КПСС работали, тоже рисовали. Вот, к нам при... У меня, знаете, есть портрет Яноша Кадера с автографом. У меня там это Лозина Лозинский, трижды герой сестры труда, проект «Буранта» запускали. Вот, там много у меня. Галя Гагарина, вот, там еще ряд, значит, крупнейших товарища Кейсона Фон Вихана, это лидера Лаоса, рисовали. Значит, он пришел, маленький, ручку подал всем потную такую. Значит, сидит на подиуме, рядом сидит его зять, министр обороны Лаоса, справа сидит Иисусе. Дочь, лидер комсомола Лаоса, значит, его жена тоже. В общем, тоже. Семья заняла. Как спрут. Осталось спросить. Товарищ Густав Гусак к нам приходил. Юрузельский приходил. Лене Романовой ручку поцеловал. Галантный такой, да. Так что там была студия на 27-м съезде, я помню. Очень внимательно все это было. Подождите, осталось спросить такому удивительному, интереснейшему человеку, замечательному, не знаю, мэтру, да? Красиво. Есть автограф? Константина Константинова. Я думал об этом. Да? Давайте. Давай, Костя. Давай, мы будем свидетелями. Без дураков, с чувством. Самое главное, я повторяю снова и снова. Я музейщик, испорченный человек, в отличие от некоторых. Соответственно, с этим вот техника исполнения играет огромную роль. И вот найти свою нишу. Вот техники исполнения. Костя, это а можно... число поставил дату? Ну, тут, это тут очень важно. Вот переплетается образ, вытягивание образа. Но все вещи имеют свое авторство, и ты узнаешь. У меня еще иероглиф есть, недавно появился. Так, смотрите, вы свидетели, свидетели, мы свидетели. На добрую память от автора, спасибо, спасибо. Что он написал? Мой иероглиф. Прочитайте, пожалуйста, что он написал. Дорогому Александру Федоровичу на добрую память от автора. Вот это тоже. Спасибо, мой дорогой. Во сколько придется? Очень интересное впечатление, да. Услышал я. Все, вот это создает образ такого, да. Кого нет? Оставь себе, да, оставь себе. Спасибо. Ну вот, друзья, какая встреча замечательная. Получилась. Вспомним, да, как сказал человек. А лучше всего отдай мне. Или сделай новую с подписями. И работа, руки опускаются. И Костя, руки у нас не опустили. Так, в данном случае что? Кибрик Евгений Адольфович сказал. Это наверное. Великий, гениальный мастер. Ну, это знаменитый его «Калабриньон». Вот, Ласочка, да, там у него что-то 30 там, вариантов. Потом Шарля де Кастера, Тильюлин Шпигель, да, потом да, это драма Борис Годунов, затем формата, в 1944 году был выпущен Тарас Бульба, книжечка огромным тиражом. Страна уже побеждала, и нужно было дух еще добавлять, укреплять. И там на обложке сидит Тарас Бульба, такой мощный образ с пистолетами. Там, и вот как жаль, что сейчас вот среди этих событий, вот событий, которые происходят последние вот десятилетия уже с Украиной и так далее, у нас лишний раз не появится на иллюстрации к портрету гоголевскому Кибрика. Потрясающе. Все знаем. На этом учатся в академии. И с каким настроением? Человек мощный. Он говорил, знаете как, он говорил, растягивал низкий голос, он тучный такой, на своего кола похож, и он говорил таким мощный бас у него, и слова растягивал. Мне кажется, картина, вот он сидел рядом, что вы хотите нам предложить? Я говорю, ну вот я служил в армии,
теплушка, три солдатика, вдали полустанок, затерявшийся в степи, мелькают столбы. Он говорит, он так смотрит вдаль. Вы знаете, что я во время войны это ощущение пережил. То есть он тоже ездил, видимо, в теплушку, а он же там в ссылке даже был. И он, говорит, он сказал, мне кажется, картина получится. А вы не представляете, как с одной фигуры? Я говорю, нет, не представляю. Он меня обнимает за колено, так, делайте, как представляете. Вот это меня потрясло. Делайте, как доверие. В Питере тут бы разнесли меня пух и прах. Делайте, как представляете. А следующая фраза. Мы заключаем договор по рассказу, или вы покажете по рассказу, покажете эскиз. А вот сейчас открылась 2 недели назад, 29 января открылась выставка художники Грицай и Сидоров в Союзе художников России. Сысоев выпустил альбом о двух живописцах. Там мощный след, 5 лет работал вообще альбом Церетели, трижды этот альбом поцеловал. Вот. Я был как раз на открытии, там родственники Грицая были, Валентин Михайлович сидел, мы обнялись. Он говорит, вот сейчас, говорит, некому звонить уже, говорит, я только Петрову Маслакову и Полу звоню, мне тоже звонит, я ему звоню. Вот. Значит, и он все ищет Истребенецкую, говорит, я вот с Истребенецким перезванивался, что-то, говорит, никак не могу найти, больше, говорит, никто не остался. Вот, и было открытие выставки, и я там выступил, я сказал, Кибрик заключал договора по рассказу, а когда стал председателем Грицай, он, я говорю, за полгода трижды оббежал. Мы с вами все присутствовали, вы открыли, да, выставку Константина Константинова. У меня такой вопрос, вот к маэстро, к художнику, вам после выставки Константина, да, его работ, вот обсуждения, экскурсии. Вы придете к себе в мастерскую, воодушевлены вы, вот как бы хочется работать. Вот какой, с каким настроением? Александру Федоровичу. Как думаете? Александру Федоровичу на протяжении долгих лет жизни работать хочется всегда. Так, вы ушли от мысли. Он, это его мысль была. Повторите, его пожалуйста. Ну, как жаль, что годы я уходят. Я каждый день с утра до вечера работаю, испытываю счастье, вот, соприкосновение с холстом, девочки, с кистью. Ну вот отличительная особенность вот, работы Константина – это вот такая душевность, трепетность, ну и то, что... И вот эти наши деревеньки там, ну вот я бы, знаете, одним словом сказал, родное. Родное. Вам понравилось. Спасибо. Вам понравилось. Тоже звать будет следующую серию родное. Родное. Спасибо огромное организаторам. Спасибо. Спасибо. Потому что как-то неожиданно в таком геометрическом пространстве вот этих странных, ну, совсем не выставочных там залах. Чуть ли не конструктивизм, как-то фабрики. Соответственно, с этим это все роскошно совершенно. То есть ваш, ну, полный восторг. Полный восторг, я услышала. Полный восторг. Сейчас вы, наверное, вот нас вот сейчас музейщиков поймете. Какое количество отражений в стеклах. И как трудно. Чудовищно трудно в музее, мы добиваемся того, чтобы это не работало. Вот этот вот нюанс, который не испорченный за годы службы, люди мы и так далее, и так далее. Но все равно все хорошо. И потом, молодец, Костя, вы так стильно, едино стильно все работали. Молодец. До последнего оформлял. Молодец. Даже мы увидели по-новому. Никогда у нас не раз... У нас же тоже кафедра рисунка, тоже художник. А здесь вот два ряда Константин развесила. Нам понравилось очень. Успехов вам творчества. Вот, в два ряда тоже красиво, как там прямо как так будто. Это замечательно. Это, да, архитектор, девчонка. Все, мы с ними договорились, мы уже вовлекли их. Не, молодежь очень хорошая. Я предложила Константину провести мастер-класс. Вот с такими девочками. Очень хорошо. Да. И он настолько много этих мастер-классов уже провел, что здесь вам организовать это как вот пожелание.
Тем более столы есть вообще просто условия. Я буду в ближайшее время сильно занят. Во-первых, мне гостей надо сюда. А это не факт, потому что это нужно делать завтра. Задуманы новые произведения. Ваше время. Так, я отхожу. Константин Николаевич. Замечательно. Все состоялось. Все замечательно.